Пришла я домой и смотрю, такая валяется мишура. У меня сразу первый вопрос. Так, Джинни, ты куда побежала? Кто вот это сделал? Кто вот это сделал? А? Чего вы сразу такие? Как будто это вообще, вы тут вообще ни при чем. Так, кто, Стеша, ты сделала? Или Василиса сделала? Джинни сразу слиняла, это типа не она, да? Но я так подразумеваю, это, наверное, сделала кто? Василюха. Так, вы что мне тут накидали, раздербанили эту когтеточку, мусор накидали. Ну что, сейчас буду вешать. Что? Это ты? Это ты сделала? Да? Да? Мя? Мя? И ты моя мя такая, мя. А, и ты моя такая сладость. Ну, сладость моя сладкая. Ну, как мне тебя снять? Я тебя не сниму, да? Не сниму. Ладно, что, будем убирать. Хотела вам ее показать поближе. Морду эту. Морду эту. Ну и чего вы легли? Стефания. Стефания? Я с кем разговариваю? Ты спала, что ли, да? Все сонное царство. Что, выключать телефон надо, да? Вещественное доказательство, мать, нашла, да? Да? Ну ладно, что, будем выключать, будем наряжать обратно елку. Ну, елка стоит. Я почему-то думала, что они ее сегодня свалят. Потому что она схватила утром за какую-то мишуру. Да вот за эту она, наверное, и схватила. Я ее поправляла. Она ее схватила прям вот так вот с елки. И вот так и тянет. Так что вот так вот. Ну, пока стоит. Пока стоит. Сейчас огонечки им включу, чтобы красиво было. Ну, что делать? Что делать? Дети дома. Обожаю их, этих пушистых.